Читаю чат, как ты не вышел голый там, а из всех выйдешь. Ахах, да. Движение, ничего еще. Ну еще ниже. А Мира, есть талисман в рейде? Нет, вроде. Ну я это last try. Ну давай похилю. Да он япончик тоже может подойти. Давай тогда в хиваке. Он там шмот дораливает. Не. Охлоны. Давайте сресните хотя бы. Да ну нахуй, я даже зайти не могу, сука. Динс переполненный, ты должен, когда забегаешь духом, ты должен в целка очутиться. Если ты резаешься, блядь, перед инстом, значит у тебя, блядь, инст переполнен. Вы как будто первый раз не светитесь. Блять, я просто духом в инст зайти не могу. Я ресаюсь у инста. Если в самом порту, он не портит. Если рядом, они сразу моментально меня хлопают. Почитай. Я даже не успеваю забежать в этот портал ебаный. Ты перед порталом прям резнись. Да я так и вот только что так сделал, сдох. Вот сейчас постараюсь, блять, прям в упор вот здесь вот. Дубовую кожу прожми, и может успеешь. Я смотрю, я не один такой, да? Тут? Они прям пасут, пидоры, вот им делать нехуй тут. А чё в Раска, сколько солков было? Не знаю, я не считал. Ну сейчас как. На штук 6, наверное. О, я все портанулся, и аллилуйя, блядь. Это тебе повезло, блядь. В свое время я по 4 осколка собачки упал, блядь. Я не помню, сколько у меня было просто. Либо 4, либо 6 я полутал. На прошлом КД там 2 штуки я полутал, по-моему. Где рыба нахуй, во. Так, ну я в хиле, если чё. Окей. О, дайте ПДК. Дайте кулак по ДК. Я каски. Инты нету. Так, я не могу понять, почему люди тупят. Я, блядь, с самого начала иду, я всегда бафал каски. В чем проблема, я не могу понять.
А без кулака хотя бы его это на обкрикнешь. Вот. Да, блядь, вы чё, серьёзно? Да как, вес делают? Войт. Нет. Войт, ты в танк? Сноубол. Я ему тоже залил. Сейчас перетяжка будет. Да пошел нахуй, блядь. Чё, блядь, вахуаны. Знает, кто такой Утя? Забей, пусть лежит. Правую под лицом разбейте. Крикните, да не? Притяжка 5 секунд. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Пенистовое лицо сейчас. Справа разбивайте под лицом. Пенистов. Притяжка сейчас будет. А на фалах кто? Один пук и кто? Второй кто? Тут с нестабилкой можно стоять в толпе или нет? Да. Да. Можно. Я не хилил никогда, блядь. Thank you.
Еще слышу такие вопросы, просто ездить. Ты же вроде вылет. С игры, да, с дискорда. Леха все слышит и видит. Я 2 минуты. Враскодло. Я в поле пал возложение. Враска под боссом стоишь, смерть, стоишь под боссом, смерть. Хм. О, господи. В центр уйдите. Да. Красава. Давай шмотки разрулим, я тоже пойду. Пизду. А там, наверное, пропало все. В смысле, пропало, блядь. Че, на первом этаже разрол? Какой нахуй разрол? Или убитая Синдра, блять, или шмот пропадает? 12 минут. Да, заходи. 15 минут. Так. Я бы на твоем месте, уже доход на половину рейд. Я бы тоже. Ставьте шкаф. Где? Лок, сука. Уйдёшь, когда надо. Я вообще с тебя в ахуе. Где ты там? Опять что ли тело покинул? Ну когда пульнём босса, пусть бежит. Только не сейчас, Лок, пожалуйста. Перебегите все на ту сторону. На... Зачем? Не надо. Мы все здесь, Лок один там. Я появлюсь на... Короче, ну а тебе что-то нужно? Типа бафнуть тебя, рыбу не покушаешь. Ну, сейчас он появится, запустится босс. Ну, кстати, меня... Да. Когда появлюсь, только тогда бежите. Скажешь, когда мне прогружаться? Крик на АП дайте. Или кулак, блять. Коли пару кулаки, блядь. Чёрт сказал. Раскидал уже. Лок. Я залагал, наверное. Дайте СС на ДЦ, блядь, да на этого. Бывает, чё тебе? Полика. Лок, на будущее, если на балкон не бью. Я так понимаю, уже это. Никогда не встаешь. А чё по... Охуенно, понимаешь, заходи. Почему по паладинам нет кулака? Я ещё нужен, да, сорян, блин, что-то. Да, смысл ему КД сейчас вешать на одного босса. Не, если надо, я помогу, ну, пофигу. Тимыч, ты со мной завтра пойдешь. Не вешай КД. Да, блядь. Сейчас, Рози. У меня все как обычно, блядь. Да, я... Я релогнусь, подожди. Релогнишься, нахуй, это... Он зайдет, запустит босса, и пиздец. Угу. Я быстро, я команда. Я не выхожу. Не кажется, пока меня прогрузит, на донов дохуя стоит, он как раз прилогнет. Я прилогнусь.
Да я уже разобрался, все, поехали. В чем прикол с полетом? Лок, поближе спустись к концу лестницы. Леха, подуй на системе, может быстрее будет. Прикол с полетом такой, то что чем ближе ты стоишь к боссу, тем быстрее тебя притянет, ты можешь убежать. Викторчик, полипал, глаза разбитай. Да, понял, сейчас я этот, камеру отдалю дальше. Это Войт, сорян, что так получилось. Через 5 секунд захожу. Готовьтесь к полу. Ло, готовься бежать. Утя, тебе гайды надо читать, блядь. Да какие гайды? Можно просто один раз тактику послушать, уже понять за все классы, как, что тут делать. Иван, в Сочи лучше гайды почитать. Погрузился, смотрим за подъемся. Его лок спулил даже. Ну еще я дайте по ним бафы. Подожди, пускай прогрузится. Ебаная освобожденка. Сотка, минус сотка кролу, что нравится. Притяжка сейчас была. Шустрей, да не видно. Теперь я убегу. РДД самый крайний, смотрите метки вон. Теперь...
5 секунд хотя бы. Геру, 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 Геру. Монород. Народ. Дайте по хилу БР. Я, да. Я дал. Ещё притяжка будет. Опять сейчас притянет. Что? Пускай стоит метка это посередине. Не подходите. Отойдите от него. Отойдите. От Кирса, отойдите. Нету. Эрдру в сторону. Я без стат. Следующую метку просто тоже в сторону. Все, все в сторону, там ямбы, давай. Энджи, выйди с рейда, сова. Да там же добил. Там если было появилось. Че, вот меня поменяешь? Тебе надо что-то слушать? Да не. Давай. Так, смотрю время. Хули. Да. Там время вышло, наверное, да, на что-то? Ну, там на двух шмот. Ага. А печень какая? Сверху такие глады летают, не надо адрес. Вот она сейчас обратно бежит, а вы посреди моста стоите. Оставшееся время, и тебя сколько там осталось? 16 минут сейчас. Холи Пал, дай сейчас по мне кулак, я зайду на лича, ты себе бафни крест, блять. 30-минутная, пожалуйста. Хорошо. Сейчас вот перед ходом на лече кулак дай по себе, я зайду, курьер тебе бафнешь, потом зайдешь тоже. Хорошо, заходи. Блин, смогу. А, ты... Да я понял. Там, сейчас пару шмоток. Бронин, ты чего ушел?
У него время, говорит. Завтра среда же, да? Да, среда. Ладно, удачи. Погнали спать. Кирс, а ты завтра, да, собираешь? Скорее всего, да. Сегодня... Не знаю, две ЦЛКшки подряд идти, что-то не особо желание. А лич обычка? Да. ДК, на обычку пойдем. Че, поехали разраливать. Если никого надо, я нау заберу, да? Давай я нау. А чё он хочет, нахуй, у него штаны такие же, даже лучше, блядь. С РПБшкой, блядь. Мне похилить или подамажить, Лайт? Дамаж. Зачем? Чё тут 6 хилов? Не, ну он минус 2. Ой, да боешки-то хоть падали? Ты что-то внимания не обратил. Пару штук, по-моему, было. Я одну боешку видал, вот, кольцо гниющих сухожилий. Мне, пацаны, 4 штуки, надо еще 2 осталось. Сразу говорю, в 15 человек будет намного проще убить, чем 25. Торы, нахуй тебе нужны, возьмешь, блядь, с ХМ-ки. Да я обычку заберу. Возьми. Он мне уступил, я заберу. На. Подойди ко мне. Я вот за шкафом. Шторм, не оступил печеньку или нет? Нет.
Да, лис вроде нормальный был. Ты посмотри по урону на Синдре просто. Кто а ты уверен, что он мне написал хуй? Он мне, по-моему, печеньку обмен дал. Нет, надо, надо, стой, стой, надо, я просто отходил. Две. Спасибо. Лучше Лем, потому что демонолога, я так понимаю, нет. Чтобы был тотемус. Нету демона. Блин, там демон какой-то был, но... А, знаешь, ну Алис еще в Лем. Баф стоял, что я могу хрен на демона зайти. Я почти бафа демона вообще не видел. Гена, завтра со мной... Найдите лучше, кто кулак. Мне все равно, короче. Да. Че-то варп тихнул. Аргумент. А ты бафни каску по себе, а? Мне бросить ледяную скорбь. И крота хотя бы, дай. Твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Заморозки были, да. Идешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Осквернение в центре Кикслейда. Хоть я начинаю абсорбить. Если ко мне кто-то подбежит, когда я выношу метку, убью на... Пианист, я хочу обосраться. Ча, ты на диспеле, если чё. Ай, ну народ, подстрахуй диспел, пожалуйста. Чему сейчас будет? Шторы вынес, шторы. Приспелись. Чума сейчас будет. Путин.
шаман. Мэнни. Стопнуть может. На пульте в него только. Сверка доходит. РДД. Быстро. На второй фазе поднимаем в центре. А вообще лучше ДЦ поднять. Сверка РДД. Хорошо. Давай хулипал. И... Вернее, Становляйся на медло. Свернение. Диминишинг на стан действия. Хорошо.
Хил в ромбике. Единственное ДД. Ну, замедло, дайте. Да. Треугольники топ-1 ДД. Блять, ну чуть-чуть раньше. После осквернения и заражения встану. Его прохильте. Бафа дайте. Если вдруг есть у кого свободный иннер, киньте, чтоб я топят не тратил. Всех бафов вижу только лапу. Наверное, выкинул, Валь. Скажи, не разбежались. По сферам активнее РДД. Понятия не имею, мы обычно за 6 укладывались. Нету тут плюса. Сверху. Сбить каст.
Хранение опять. Нет, сначала. Да нормально, они уже ли выбрались. Профессионально все. Гимна ману даю. Враска под баблом по полови. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Помогите мне уничтожить эти истерзанные души. Вместе мы выделим силу из... Давай, точка есть? Я славлю. Да. Короля Лича. Половишь следующую. Точки. Выбегайте из искривления, быстрее. Ну, все, все, кикайте. Да, там искривление. Угу. Да, типа того. Угу. Хил хилит союзного моба. Хилит сбивает каст. Сноубол. Там таймер сломался. Камень. Может, поэтому мы не выбежим. Хз. Так надо бежать не по центру, блять, а по краю. Да я вообще к краю хотел уже спрыгнуть. Там вместе с ним побежали. Все, их всех не залить, я вообще хотел с краю спрыгнуть. Но я не успел. Первая фаза не проблемная. Даже если есть шаркарь, это все уешь. По Оману на 100% же, да, по Оману срывается агро? Сколько? Ну, вообще 130. 130, да? Да, но не везде 130. Че вам помочь надо? Народ, ну тут типа еще минус один хил. Вы себя дамажите? Дамажите.
Ну, я могу сходить помочь. Ну, шипкашкой. Ты же говоришь, что ДП. Я бы с удовольствием на пали пошел, но если у вас проблем. Пончик завтра соберу. Ну, мне лично за это. На пали. Давай. Скажу. А чё вы, в 20 тел били, что ли? 21. Смойте меня тогда. Да хила-то тут хватит, тут один гевку в соло захилил. Не знаю, захилит, пусть хилит, я в соуспе. Если прохилит, пожалуйста. Ну, по спам в ЛФГ, я не знаю. Я позвал своего Лока, но ты ему на другом чаре уже когда повесил. Так он уже выдал. Смешно. ДПС инканули по всему или по лечу? По лечу. Последний бой. Нет, это общий, по-моему. А, типа, ну, да, это общий. А по лечу есть просто? Полечу в раск ты второй. Скинул уже просто. Вон раздевалка в сети.
Там народу в гильдии дофига. А что ты отсеиваешь народ? Или он сам отсеивается? А сколько килди час стоит? 25, да? Или 20? 20. Он конника сидит, Казум. Казум, Вага. Вагабунт. Котик, а тебе что надо тут? Килл или шмот? Да сходи в субботу, у нас же обычка есть. Просто на паузу с Лёхой договорись, на Лича зайдёшь. Заводи в два окна, этим прыгай вниз, а тем дымаешь. Слоты есть, как бы. У него на одном маке, скорее всего. Члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. В спегах написано. Подожди, а Женек вообще писал же, да, Twin Command вообще в рейд? Женька? Женька кикнули из гильдии в Раскале. И так он пугом же, мы пугом брали. Чем он писал, типа, возьмешь моего лока, я у тебя спросил, написал ему да, и он пропал? Прикольно. Знаешь, что его нет в гильдии? Пугов-то мы набирали. Никто с доброе утро. Все, нельзя на народ заходить. Назрон злится. Ну тебе на боссе. Почем тут КД? Я так понимаю, там тип он. Тема была за то, что ну, на боссе как бы людей нет. Они заходили туда лишь мод. Ну, конечно, там. Мистер магазина идет. О, погоди. Да хватало, хватало. Верните нам Паула в пятую пайку. Ну и захватало, просто Шаркар лишний вылез, из-за этого проблемы были. Эй, зачем ты это его сразу, ну, убрал от нас точнее? А вон себя, Вервульфа, Монорота, закикни, китов спать. Ну, баф, что ли, раздаете?
Да, давайте один пул, я тоже уже подустал сам. Погоди. Заебись ты, когда вешаешь. Посмотри, Войт, если ты приглашаешь людей из гильдии и говоришь один пул, то нахуй надо, я, блядь, хочу на 50 добавок. Ты мне и на паладина повесил бы, ты мне сейчас еще и на креста повесил бы. Не, блядь, а серьезно. Ты что такой хуйней заниматься? Я тебе сказал, что я пойду вам помогать. Мне платят, чтобы прийти помогать. Ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Диспельте сейчас, получается, Кторчик, ну, Хулипалда, Цер, Старшина. На 3 секунды. Путин. Чума 3 секунды. Рогу продиспельте. Валдрик. На пианисте, на враске, лоб, сноубол, сноубол, был, вой. Не вижу смысла. Там 9 стаков было чумы. Алису диспел. На шаркарях-то есть. Смысл есть? Мяко. Диспел. Диспел. Уже минус 4. Я диспелил. Там, по-моему, на вас, когда на враске было, перескочило. Как мир
Я прям воздушный диспелл. Я вижу рассеивание только от ДЦ, я вижу рассеивание только от себя. Там первое было нормальное, потом когда выносил враска, потом перепрыгнул, а Рогу никто не продиспелил, и все, и пошло поехало. А кто там что диспелил, Холи Пал? Что диспелил? У тебя нет ни единого диспелла. Рок очень близко стоял, потому что я прям возле ног диспелил. Лично если до этого раньше с меня никто не снял. Я хочу передать и хоть передохнуть. Надеюсь.